Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили – это моя страсть. Как и в любом деле, главное – это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legend Garage. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Retro Legends Garage. Сегодня, наконец, мы продолжим рассказ по реставрации нашего фургона-мороженщика. Мы долго выбирали правильное место и, наконец, совместно с нашими партнерами Глазурит Россия, мы попали сюда. Это город Мценск, завод специальной техники. И именно здесь ребята сделают из него крутой-крутой фургон. А почему? Да потому что они занимаются утилитарной грузовой техникой, и главное, у них есть большая малярная камера, куда без проблем поместится наш фургон, и его там окрасят в лучшем виде. Не терпится уже приступить к процессу, поэтому погнали! Работа в цеху идет уже вовсю. Прежде всего, мы вырезали весь гнилой металл, выбросили его подальше и затем проинспектировали все скрытые полости на предмет сгнивших усилителей. Они тоже были повреждены, поэтому был заказан новый металл. Работа очень простая, поскольку машина представляет из себя квадрат. И все элементы, как внешние, так и внутренние, это либо плоскости, либо какие-то прямоугольные усилители. Все это было изготовлено, вырезано в нужные размеры, и сейчас это все устанавливается на машину. Вот, например, стоит заднее крыло, нижняя его часть. Это просто прямой лист, специальный кантик сделан здесь, где колесная ниша. И потом это все устанавливается на машину и сваривается на точках. У нас уже сделаны усилители порогов, у нас уже сделан полностью заново порожек автомобиля. Он сейчас в черновом варианте, да, потом он установится до конца, все панели встанут и будет обварено уже финально, но вы можете сравнить до и после. Также был уже вварен усилитель специальный, направляющий для двери, как здесь, так и на двери. P-образный профиль, по которому дверка двигается вперед-назад. После того, как все металлические панели займут свои места, машина будет проверена, проварена, зачищена. И после этого еще раз отправится на пескоструйную обработку, поскольку прошло достаточно много времени, и она покрылась поверхностной ржавчиной. Мы это все счистим и подготовим тем самым машину к малярным работам.
Завод имеет огромные мощности. Для примера, в день отсюда выезжает 1 единица коммерческого транспорта. И сейчас в этом цеху здесь идет работа над шасси МАН, на которую устанавливается система прессования мусора собственной разработки. После бескастрюльных работ мы приступаем к подготовительным работам перед малярными работами данного автомобиля. Мы тщательно обдуваем его, производим обезжиривание поверхности. Начинаем грунтовать 13-м грунтом для того, чтобы защитить всю поверхность перед работами. Потом, после грунта, мы его просушиваем и начинаем накладывать герметик для того, чтобы конденсат, который будет в скрытых полостях, он не выступал и не покрывался ржавчиной, сама деталь. После этого мы также просматриваем на какие-то маленькие рисочки и их ушпаклевываем полностью. Почему ушпаклевываем? Потому что были произведены именно сварочные работы и замена деталей. Выравниваем поверхности, это мы наносим 30-й грунт, также фирмы «Глазури», чтобы он считается наполнителем, чтобы избежать самый мелкий риск и убрать их. Производим сушку, он высыхает, и мы его полностью уже перетираем. И вновь мы прибыли в учебный центр авторемонта БАС, чтобы подобрать краску на наш фургон. Задача, опять же, непростая, поскольку мы выбрали, во-первых, не автомобильную краску, а грузовую специальную эмаль и цвет. В этой палитре не очень много цветов, а нам нужен яркий, максимально насыщенный и сияющий горящий цвет. И этим мы сейчас и займемся – подбором и выбором краски. Так, сегодня для смешивания мы использовали коммерческую линейку «Глазури 68-й ряд». У нас получился вот такой достаточно красивый, насыщенный голубой цвет. Линейка отличается таким высоким уровнем блеска и хорошей износостойкостью. Мы приступаем уже к части окраски самого автомобиля. То есть первый этап у нас идет как бы мокро по мокрому. Мы покрываем первый слой, он чуть-чуть вялится, минут 15, и приступаем уже как бы к финальной части. Но кузов как бы сам сложный, внутренних скрытых полостей много. Перед первым этапом, когда первый слой накладываем, потом человек проходит и просматривает, где-то, допустим, были именно светится грунт. Мы еще раз перекрываем это, чтобы грунт не светился. Также все это подсушивается, и уже окончательно мы приступаем к финальной части и окрашиваем полностью в готовое изделие данный автомобиль. Вот ради такой огромной покрасочной камеры мы приехали специально сюда, на завод специальной техники в город Мценск. Автомобиль наконец-то финально окрашен и находится в камере за моей спиной. Он проходит процесс финальной сушки. Через уже буквально пару дней мы забираем его отсюда, перевозим в мастерскую и продолжаем комплексные работы над ним. Ну а первым делом после возвращения в мастерскую мы займемся установкой, примеркой нового сердца нашего фургона. Кто-то помнит, что изначально здесь стояла рядная шестерка небольшого размера. Мы же сюда хотим установить настоящий американский Small Block V8. Этот двигатель лежал у нас давно, мы специально подготовили его полностью под установку в фургон, перебрали всю начинку, покрасили, собрали. И в связке с коробкой TH350 автомат
Это все должно уместиться в фургоне. Поэтому сейчас снимаем его, подвешиваем и попробуем поместить туда. Естественно, нам надо будет изготовить новые крепления, как двигателя, так и коробки. Узнаем, насколько сложно все это будет. Данная конфигурация двигателя коробка встают сюда без проблем. Места хватает с запасом. Мы, естественно, максимально стараемся сдвинуть мотор назад. Передняя крышка у нас почти соосна с передней балкой. Также мы его максимально опускаем вниз, чтобы центр тяжести не хотел опрокинуть наш автобус в крутом повороте. Мотор встал без проблем. Единственное, что когда мы выставили его по центру, он у нас задевал за кузов. И мы не поняли сначала, почему, вот вроде все ровно. Выяснили потом, что изначально оригинальный мотор стоял со смещением к левой стороне. Наверное, это было сделано для правильной развесовки. Водитель справа, мотор смещен чуть левее. В нашем случае это не обязательно, поскольку мы уже изменяем геометрию расположения двигателя. Он ниже, чем родной, глубже, чем родной. Причем на, вот, нормально, сантиметров на 20 мы его сместили внутрь. И в этом случае развесовка у нас получается обалденная. Также у нас упрощается ситуация с задним мостом. Карданный вал выходит из коробки по прямой, без всяких перегибов, наклонов, на одной плоскости и высоте. И тем самым мы делаем правильную геометрию всей системы двигателя коробки ходовой трансмиссии. Чтобы зафиксировать двигатель, мы изготавливаем вот такие вот кастомные крепления опоры. Они выполнены из стали, и сейчас это черновой вариант, чтобы его туда тестово поставить. Потом мы их, естественно, все облагородим и покрасим в порошковую краску. Естественно, под стать новому двигателю, да и общей концепции нашего фургончика, оставлять такие колеса, ну, невозможно. Поэтому мы подобрали новые. Это колеса от Ford Mustang, которые достались нам с одним из наших проектов. Они 255 ширины. Вот такие вот классные хромучие диски, на мой взгляд, сюда они встанут просто великолепно. Но чтобы их поставить, естественно, нужно выкинуть старый вот этот вот ужасный мост и закатить сюда мост от Mustang. Старый мост мы удачно извлекли, но, естественно, не без специальной техники, поскольку он был туда вварен на вот таких вот рельсинах. Это временное решение. Мост, я смотрю, очень похож на какой-то фулл-сайз из 90-х. Родной мост куда-то пропал, неизвестно куда, но он нам и не нужен. Сейчас мы избавляемся от вот этого ржавого старья и закатываем, наконец, новый мост с колесами. Мост на месте. К сожалению, ну и, наверное, ожидаемо, рессоры от Мустанга не подошли. Они намного длиннее, чем посадочные места на раме. Но это не страшно. Мост на месте, и теперь мы можем снять все мерки и изготовить новые рессоры под характеристики нашего автобуса. Главное, что мы можем теперь уже увидеть, как круто он будет выглядеть. Только посмотрите, эти колеса, они максимально подходят к этому фургону. Кузов отреставрирован, двигатель с коробкой на своем месте. Львиная доля работ по этому проекту уже выполнена, поэтому давайте прервемся. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Скоро обязательно будет продолжение, и в нем мы, я надеюсь, уже выйдем в
первый раз на нашем фургоне. Поэтому, если понравилось, ставь лайк, проверяй, подписан ли на канал, скидывай ссылку друзьям и увидимся уже очень скоро на канале Retro Legends Garage. Всем пока!